Всем привет! Последняя новость из турецкого шоу-бизнеса. Бураку Денизу грозит 7 лет тюремного заключения. Нам нужно вспомнить 2022 год, когда Бурак Дениз устроил скандал в отеле в Адане. Бурак Дениз известен зрителям по ролям в сериалах «Шахмаран» и «Любовь не понимает слов». По словам очевидцев, актер находился в нетрезвом виде и сам стал зачинщиком ссоры с актрисой Ниль Перри Шахинкай и ее друзьями. Девушка не оставила все просто так и решила подать на мужчину в суд. Процесс растянулся. Однако сейчас известно, что может грозить Бураку в том случае, если судья удовлетворит требования прокурора. Ниль Перри и ее защитники мелочиться не стали, так что для буйного актера запросили сразу же 7 лет тюремного заключения. А это очень серьезное наказание, тем более для актера, который в данный момент заключил контракт на проект «Два незнакомца» и обязан присутствовать на съемочной площадке. Но надежда у поклонников есть. Обычно судьи не обращают особого внимания на мнение прокуроров, так что Бурак Дениз может отделаться и штрафом. Именно так в свое время был решен конфликт с Бураком Озчивитом и его агрессивным поведением на съемках. В то же время фанаты в социальных сетях особым милосердием к звезде не отличаются. Кто-то пишет, что тюремное заключение – это лучшее решение, чтобы Бурак Дениз наконец-то понял, что за свои поступки надо отвечать. Ведь для актера это далеко не первая ситуация, когда он в нетрезвом виде оказывается втянут в скандал. Ну что ж, посмотрим, что же в итоге решит судья. А вы как думаете, какое наказание заслужил Бурак Дениз? 7 лет – это очень строго? Напишите в комментариях. Если вам понравилось видео такого формата, пишите комментарии. Нам важно ваше мнение. Также подпишитесь на наш канал и ставьте лайки.